говорила о том, что такое вахтанг. Это когда в 20-е годы в нищей, разрушенной Москве, в голодной, где не отапливались помещения, в каком-то кружке самодеятельном ставится спектакль, и на сцену, на премьере выходят голодные, нищие, в холодном помещении, где зритель сидит в пальто, актеры в вечерних платьях, мужчины в смокингах, бабочки, такие же голодные. И идет веселый, жизнеутверждающий спектакль. Вот это, наверное, то, что называется вахтанг. То, что сохранило наш театр, и то, что, наверное, до сегодняшнего дня, вот как вахтанг, это значит яркое, это значит жизнеутверждающее, это значит красивое.